привет, дорогие друзья. Откуда мы произошли, никто не знает. Но подождите. Мне кажется, кто-то что-то скрывает. А сейчас я вам показываю необычное явление. НЛО выходят из земли или, как говорят, они бурят ядро. Ну, на самом деле, я вам сейчас кое-что еще покажу. Но для начала, досмотрите этот необычный видеосюжет, поставьте лайк. Ну и если вам будет интересно, то подпишитесь. Что вообще происходит на планете? Вы не знаете, но я вам расскажу. Вообще, не так давно нашли один, можно сказать, необычный момент. Этот момент находился в саркофаге. И у него был огромная необычная книга. Да, в то время иметь книгу, это как папирус, наверное, блин, легче было сделать из 1000 листов. Но суть в том, что в этих необычных книг, которые нашли в Иране, есть происхождение человека. Очень странно, вам не кажется? В Иране нашли книгу мертвых, в Иране нашли книгу живых. Что-то мне кажется, что-то здесь не то. Ну, как и этот видеосюжет. Этот видеосюжет был сделан недалеко от Франции. Точно не могу вам сказать, но суть в том, что из земли вылазило нечто. И, кстати, очевидцы засняли рядом с инопланетными существами этот объект. Что за существа, никто вообще не знает. Но давайте вернемся к книгу. Оказывается, все боги появились с другой планеты, и множество тех иных разделили нашу планету по многим частям. Ну, вы, наверное, знаете, что есть Америка, США, там Франция, Италия и много других стран, которые говорят по своему языку, но в то время разговаривали по-другому, и у них был другой язык. Вы не поверите, но это реально. Раньше русского языка-то не было, скифы раньше были, можно сказать, в России. Также и на других сейчас мы с вами разговаривать умеем. Но что произошло? Посмотрите вот этот видеокадр, который также был сделан в Китае. Как вы думаете, что за объект пытается сейчас уйти под землю? Правильно. Все, наверное, видели в России, в других частях мира, наверное, огромные воронки, которые остаются просто так, не возьмись. Да. Это, дорогие друзья, НЛО, который уходит под землю. Удивительно, но эти кадры шокировали множество людей, когда увидели эту необычную картину. Что на самом деле происходит с планетой и почему все это закрыто? Очень странно, да? Но теперь вернемся в Иран. Что на самом деле в книге было описано? Что эти люди пришли с другой звезды. Значит, с другой звезды. Значит, получается, все звезды — это планеты. Правильно? Получается, что люди, которые считают, что инопланетяне пришли с другой планеты, все-таки звезды. А теперь посмотрите, вокруг нас множество звезд. Оказывается, это все-таки планеты. Ну, очень интересно. Но теперь самое интересное, я вам расскажу. Помните, на МКС показывали видео онлайн-трансляцию? Вы хоть звезду видели? Хоть звезду видели? Так МКС-то рядом находится со звездами, чем на Земле видно глазами. Вам не кажется, что-то странно здесь происходит? Нет? Ну и мне кажется, что-то не странно. Но суть в том, что все это оказывается реальностью. Все кричали, 18-й год, очень опасный год для людей. Там НЛО пачками были замечены. Да, были замечены. Но есть еще одно но. В 18-м году самые добрые, которые люди, правительство, можно сказать, заключило договор с ними и защиту нашей планеты, покинуло их в 18-19 году. Я думаю, это не случайно, потому что множество других стали явления просыпаться. Вы спросите, какие? Появились злые НЛО. Какие? Как вы думаете, что за НЛО сейчас вы видите? И где это было сделано? Да, это заброшенный карьер, где НЛО просто-напросто рухнуло. Вообще, она не просто рухнула, она приземлилась. Вообще-то, говорят, множество тайн, но камера здесь следила. Кстати, это было сделано в Канаде. Но суть в том, что НЛО нужно золото.
этот заброшенный карьер как раз был раньше, можно сказать, заполненный золотом. Но он так приземлился неспроста. Оказывается, глубина этого карьера оказалась 17 километров. Вам не кажется странно, да, добывать золото в 17 километров? Очень странно мне было тогда же, но я тогда посмотрел множество видеосюжетов, кто раньше там с 83 по 2010 лазили. И оказалось то, что там реально не только золото было, но и редкостный металл, который на Земле вообще его нету. Что за металл? А все очень просто, еще хуже оказалось, что вот такие карьеры, дорогие друзья, вообще не карьеры, а на самом деле под землей находится НЛО, который вы сейчас видели. И эти злые корабли пришли как раз по ихнему душу. Но если сравнивать, то наоборот, по-нашему. Что на самом деле доставали из земли, я вам сейчас расскажу. Оказывается, под землей находится очень уйма множества НЛО. И металл, который они там достали, можно сказать, с корабля. Но это еще не все. Множество других явлений случилось не так давно. Также в Бразилии было нападение НЛО. И вы не поверите, они взрывали карьер. Я не знаю, с какое они оружие. Посмотрите сами, вы увидите, что вообще происходило. Вот этот неопознанный летающий объект. Самый в Бразилии огромный карьер. НЛО просто пытался взорвать. Но что произошло, я, честно, не могу объяснить. Вообще очень странно происходило в тот день, потому что множество странных таких НЛО появились. Это, кстати, недавно. Но как объяснить то, что скрывается под землей? Посмотрите, какая огромная яма. И вы думаете, там золото, нефть или еще что-то? Да я вижу, что там целиком находится огромное НЛО. Они пытаются его достать. Кстати, глубина этого карьера чуть-чуть меньше, чем того. Около 9-10 километров. Но суть в том, что они почти до него дошли, когда появился этот неопознанный летающий объект. И напал на людей. Увы, но это факт то, что происходит сейчас. Думайте, дорогие друзья, что происходит. А дальше я вам предлагаю досмотреть этот видеосюжет до конца. Ну и смотрите, что было дальше.